Уважаемый Николай Тарикович, рад вас приветствовать на Азербайджанской земле. Мы с вами несколько дней назад уже встречались в рамках саммита СНГ. Сегодня мы вас принимаем в Азербайджане. Очень рад, что вы нас посещаете. Конечно, завтра мы будем заседать, но сегодня хорошая возможность повидаться, обсудить перспективы наших двусторонних отношений. Мы с вами уже эти вопросы обсуждали в прошлом году, когда Кыргызстан принимал саммит глав государств, членов Чешского совета, и тогда мы с вами обсудили широкий спектр двусторонних вопросов, и помню, что очень была продуктивная беседа. Сегодня мы продолжаем наш диалог. Уверен, что в рамках сегодняшних встречи мы обсудим важные вопросы дальнейшего взаимодействия как в политической сфере, так и в экономической, в гуманитарной, во всех других сферах. Для нас Кыргызстан – братская страна, хороший друг, партнер. Уверен, что наши связи будут в будущем только укрепляться. Также хотел бы использовать возможность поблагодарить вас за очень эффективное председательство в Тюркском совете. Азербайджан перенимает у Кыргызстана эстафету. И вот на этих хороших наработках мы также будем стараться в течение следующего года солидарность между нашими странами, взаимоподдержка крепли, а также чтобы мы наполняли им реальным содержанием наше сотрудничество. Уверен, что визит ваш будет очень плодотворным, успешным. Познакомитесь немножко с Азербайджаном. Так что еще раз добро пожаловать. Желаю вам всего самого доброго. Спасибо большое. Теплые слова, уважаемый Ильхам Гидарович. Я очень рад нашей встрече. Мы с огромным удовольствием встречаемся с вами в городе Баку на полях 7-го саммита Тюркского совета. Это юбилейное историческое событие, и мы уверены, что оно пройдет на очень высоком уровне. Я хочу отметить особо с вашей политической волей недавно состоялся успешно заседание межправкомиссии, где с вашей стороны участвовал первый вице-премьер-министр Махарсуз Успешно. Я тоже принимал уважаемого вице-премьер-министра Егора Абдуллаевича. Очень интересный, опытный, надежный человек. Мы долго сидели, обсуждали многие вопросы. И я уверен, что это заседание придаст новый импульс нашим двусторонним отношениям, особенно агроэкономическим, экономическим. И недавно у нас была ваша дочь Нейна Ильхамовна. У нас было очень хорошее впечатление нашего народа. Она участвовала в форуме руководителей Олимпийского комитета. Она подарила мне книгу сборных стихов. И она написала стих про Иссык-Куль. Иссык-Куль, она очень душевная, душевная и талантливая, талантливая девушка. Дай Бог ей здоровья. И, как вы знаете, мы тоже придаем очень важное значение развитию наших двусторонних отношений. Как вы сказали, мы братская, дружественная страна, и мы всегда развиваем наши отношения, мы всегда стремимся, чтобы наши отношения развивались уверенно, активно и на взаимовыгодных условиях. Еще раз спасибо за теплый прием и за гостеприимство наших друзей, которые оказали нам в аэропорту. Там действительно почувствовали теплоту наших друзей и азербайджанцев. Вам спасибо большое. Спасибо. Görüşdə bu yaxınlarda Bişkekdə hökumətlərarası komissiyanın iclasının keçirildiyi qeyd edildi. Söhbət zamanı iqtisadi, ticarət və digər sahələrdə əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olundu.